Между тем, в Красноярском крае вновь заработают камеры видеофиксации. Произойдет это до конца недели. Напомню, в начале года стало известно, что ни одна из камер не работает, так как власти поздно приняли бюджет и его подпрограммы и, соответственно, поздно объявили аукцион на обслуживание аппаратуры. Кроме того, один из потенциальных участников аукциона пожаловался в УФАС на недоработки в конкурсной документации, и процедура была приостановлена. И вот спустя 2 месяца все вопросы решены, и через пару дней с подрядчиком заключат контракт.